Кандидат от Народно-демократической партии АУЛ Жигули Дайрабаев продолжил свои встречи с электоратом Жамбылской области. Акцент его предвыборной кампании – это развитие сельской местности. Напомню, что агитацию он начал с родного села, а уже сегодня Дайрабаев встретился с жителями Байзакского и Жуалынского районов. Обсуждали не только предвыборную программу кандидата, но и развитие сельскохозяйственной отрасли и создание кооперативов. Здесь большинство жителей занимаются сельским хозяйством. Сейчас проходят осенние уборочные работы. Кто-то собирает сахарную свеклу, а кто-то кукурузу. Настроение у населения в целом хорошее. Рассказали нам о своих проблемах. Говорят, сельскохозяйственная техника дорогая и бензин тоже.